Саратов завалило снегом. За минувшие два дня в городе выпала половина нормы осадков ноября. Из-за резких перепадов температуры тяжелый снег налип на ветки деревьев, провода и линии электропередач. Многие деревья, особенно сухие, и в наклоне упали под тяжестью снега. Такие ЧП замечены в Заводском и Ленинском районах, а также на Соколовой горе. На перекрестке улиц Саперная и Тверская упавшее дерево накренило дорожный знак. А во дворе дома номер 14 по улице Саперная с корнем вырвало 20-метровое насаждение. Его ветки упираются в окна соседней пятиэтажки. Ствол лежит поперек детской площадки. Местные жители говорят, что ни люди, ни машины не пострадали. Я посмотрел так вокруг, вроде детей не было, никого не было. Вот. Ну, вчера вокруг деревья падали, так что это неудивительно. Я боюсь, я вот сейчас проехался, искал место, где нет деревьев, но тут везде деревья. Множество упавших деревьев замечено в районе Схи, на первой и второй дачных. Сразу два ствола упали на гаражи в районе улицы Саперная. Под их тяжестью прогнулась крыша одного из строений, деформировалась железная ограда. Люди пробираются сквозь бурелом. Оторванными ветками усыпан двор школы номер 41 и аллея по соседству с учебным заведением. Между тем, синоптики прогнозируют, что до конца текущей недели на территории области сохранится сложный характер погоды с туманом, гололедицей и осадками смешанного характера. Температура будет стремиться к плюсу.